Кающийся тебе, Господи, святой воду, мощи, посвященных хлеб, Фартус, Антидор. Она сообщает благодатные свойства и ей. Поэтому в случае нехватки святой воды. У меня сегодня юбилей. Я 10-й раз сегодня окунулась. Такое счастье. Можете попробовать. И всегда жду этого дня. Здравия всем. Вот. И, конечно, ощущения просто обалденные. Поэтому я очень рада, что у меня всегда это получается. И я сюда приезжаю с большим удовольствием. Как ощущения? Отличные, как всегда. Первый раз или, может быть, уже? Каждый год купаюсь. Желательно предварительно хотя бы за месяц контрастный душ попринимать. Вот. Много не кушать перед купанием. Ни в коем случае не применять спиртное. Вот. А так просто быть здоровым душой и телом. Никак не готовиться. Нужно готовиться только морально, внутри, в душе. Там подготовиться, и любая непогода, любая низкая температура вам просто не помешает. У меня нет слов. Великолепно. Я окунулась только один раз, больше не смогла. Каждый год буду теперь. Водичка тепленькая. Погодка прекрасная, шепчет, настроение отличное. Всем советую идти окунаться.